Будильник. Так не хочется идти в школу сегодня. Сообщение. Сегодня школа закрыта на техработы. У вас выходной. Значит, я сегодня могу отдохнуть. Надо позвонить Эмили, и, может быть, мы встретимся сегодня. Алло, Эмили, привет. Не хочешь сегодня встретиться? Что, как раз собиралась мне звонить? Давай встретимся, у нас отменили учебу сегодня. Хорошо, расскажешь что-то? Хорошо, тогда я бегу к тебе. Пока. Неужели что-то случилось? Надо срочно собираться и бежать к ней. Жаль, что кровать не может сама заправиться. Нужно собираться к Эмили. Интересно, что она расскажет такого? Все, можно идти к Эмили. Ох, буду сейчас дорисовывать картину. Привет, Эмили, что случилось? Пойдем. Зачем ты меня позвала? Я просто хотела показать, чему я научилась. Чему? Ты что, Ой, надо же вернуть обратно. А, что произошло такое? Хотела показать тебе, как я колдую. Вау, это круто. А наколдуй мне прическу красивую. Давай попробуем. Ой. Пожалуйста, верни все обратно. Я не знаю, как. Эта прическа классная, но мне кажется, она мне не идет. Не бойся, сейчас я попытаюсь все исправить. Ну что, у тебя получилось? Не очень. Господи, как же мне ходить теперь? Убери ее, пожалуйста. Я не знаю, как. А если я капюшон надену, может, лучше будет? Мы зато не на улице. А как мне теперь домой идти? Ну, у многих мальчиков есть длинные волосы. Ах, это просто какой-то ужас. Может, ты что-нибудь знаешь, что сделать? Если нам сходить в библиотеку? Пошли. Энди, иди уже! Я не могу, на меня все смотрят. Тогда мы не сможем это исправить. Ой, ладно, иду. Давай искать. Давай. Я возьму две книжечки. Я начну с одной. Здесь ничего нет. Эта книжка вообще не про это. Нет, тут тоже... Здесь совсем не по теме. Вот смотри-ка, это нам не подходит. Вообще написано, как стать слоном. Нам такое не надо. Ты эту смотрела? Да. О. Кажется, я буду вечно так ходить. Книга «Как создать машину». Зачем это вообще?
О, мы перерыли все книги, ничего нету. Неужели мне так нужно ходить? Нет, конечно, мы это обязательно исправим. А мне хоть идет? Ну, в кавычках, да. А без кавычек? Без кавычек не буду брать, нет. Как девочка? В этих книгах ничего нет. Интересно, а что я еще смогу? Надо позвать Энди и попробовать. Алло, Энди. Ты сможешь ко мне прийти? Надо кое-что сделать. Ну, скажем, фокусы. Что же делать? Энди отказался. До самой ночи просидел в этой парикмахерской. Ужас. Вот спасибо тебе, Эмили. Задали столько много уроков, и все нужно написать. Жалко, что я не могу сделать так, чтобы они все были готовы. Это бы очень облегчило бы мне ситуацию и положение дел. Что это такое? Не может быть. Так, ОБЖ сделано. Следующая биология. Все сделано. Неужели? Как это такое? Информатика. Как это возможно? Теперь я могу отдохнуть. За стук такой. Кто? Ничего не понимаю. Кто здесь стучит? Это книга? Ну что это за книга? Гексарен? Какая-то необычная книга. Я еще такую никогда не видел. Надо срочно позвонить Эмили и сказать все ей. Алло, Эмили, привет. Давай встретимся срочно, потому что я тебе такое расскажу, ты не поверишь никогда. Все, хорошо, давай, до встречи, пока. Интересно, стоит брать эту книгу или нет? Нет, я ее лучше спрячу. Мало ли еще ее кто возьмет. Нужно срочно собираться и идти навстречу. Представляешь, ко мне залетела какая-то книга в окно. Поверить не могу. Да, и вот мне стало интересно, что это может быть. Может быть, и ты станешь волшебником? Не знаю, но время так быстро летит. Вот бы оно остановилось. Эмили? Что случилось? Кажется, время сейчас остановилось. Но почему? Что? Да. Почему? Может... Может, я и правда стал волшебником? Может быть. Нам нужно встретиться у меня и посмотреть эту книгу. Точно. Может, мы что-то там найдем. Угу. Все, тогда пойдем. До встречи. Наверное, завтра уже встретимся, да? Да. Ну все, давай, до встречи.